уважаемые подписчики, у меня от холода умер телефон, но я перезагрузила, прошу прощения за неполадки, он у меня просто выключился и все. Телефоны уже не выдерживают мороз, поэтому прошу прощения за прерыв эфира. А где музыка сегодня, спрашивает Марина Горюшкина. Кстати, да, нету музыки. Я предлагал тебе чехол для телефона, помнишь? Помню, Сергей. Я зарядила телефон на 100%, вот сейчас вышло, и он у меня резко просто на ноль упал. Хотя у меня он и на повербанке. А? Да. Ну, в смысле, после... по возвращению на площадь, так сказать, да? Борис, почему нету музыки? Не знаете? Потому что, наверное, она бесит не только нас, но и вот этих вот ледовых скульпторов. Да? Возможно, они попросили. Возможно. Другой причины не вижу. То есть она их сбивает с творческого процесса. Причем, когда я подходил пол 12, тут играла вот эта вот потолок ледяной, дверь перепущена. А, была музыка, да? Да. Ну вот, Борис говорит, в пол 12 музыка была. Борис, вам привет. Спасибо. И вам всем зрителям Кристины привет. Смотрите ее, подписывайтесь на нее в ТикТоке. Хоть вас мало в такой мороз, вы в тельняшках, гордимся вами, ничего, придет весна, мы все победим, мы все победим оккупантов, пишет нам Рустам. Все верно, но люди еще подходят, просто очень холодно, если честно, в Хабаровске. Несмотря на то, что и так мороз, еще и ветер очень сильный. Сергей Ушаков, здравствуйте, пишет нам. Всем привет, с Хакасии, гордимся вами. Спасибо. Там у нас на лавочке сидит Егоровна, раздает газеты, я, мы вместе. В эфире, который оборвался, я показала эту газету, как она выглядит, что там написано. У нас в Москве снега нет. У нас тоже, знаете, особо снега нет. У нас есть на площади снег. А в принципе так его нету. Пойдемте к людям. Подойдем. Вроде... Я вроде бы настроилась. Люди начали кричать лозунги. Пока сотрудников полиции с рупором нету, не предупреждают пока об административной ответственности. Вот так вот выглядит газета. Я, мы вместе. На данный момент на площади очень много бабушек. Прям в основном, знаете, одни бабушки. Кристина, на большом экране опять людей показывают. Ну да, вывели трансляцию. Вывели с камеры. 12:13 время в Хабаровске. Напомню, 155-й день протеста. Вошел шестой месяц. Боевые бабушки стоят.
холодно, да? Да, холодно, хорошо. Холодно. А? Холодно, конечно. Ну да. Вот у нас Вова. А, вот они идут, идут, идут. Ну вот, да, да. Сергей сегодня с личной охраной. Камерами, с рупорами. Марина Горюшкина пишет, в Белоруссии был марш пенсионеров, в Хабаровске тоже. Ну вот, да, сегодня вот в Хабаровске, можно сказать, одни пенсионеры. Вот на плакате у женщины написано: «Система нас достала, верните нам Фургала». Так, у кого там тепло? Дайте нам тепла чуть-чуть. Очень холодно. Ксения Егорова пишет: «Хабаровчане, герои, искренне поддерживаю». Спасибо. Вот такую мне штучку подарили. Красивый Дед Мороз. Одеваем все теплые вещи, что есть. Давайте отойдем с другой стороны. Люди говорят, в день Конституции мы пришли требовать Конституцию. Что?
бабушка говорит, что человека ни за что арестовали и держат 5 месяцев незаконно, говорит сотруднику полиции. Но сотрудник полиции не слушает. Там кто-то кричит про Конституцию, здесь у нас флаг. Я, мы вместе. Держит девушка. А, нет, я, мы, Сергей Фургал, флаг у девушки. Здравствуйте, статистику, сколько на площади в данный момент полицейских и сколько нас. Ну это смешно, их, по-моему, больше, чем нас. Но вы видели по будням, что происходит? Им действительно больше, чем людей. Ну это смешно, город идет и заняться лучше. Но у нас всегда вот есть. Получается, работа администрации еще и там контролирует, силовые структуры. Ну это смешно, я говорю, в городе столько всяких разных вещей, которые надо охранять элементарно, людей. Ну, несмотря что они на площади, они на каждом еще перекрестке. Просто посчитать ради интереса, да? Ну, как бы да. Но они болеют. Ради чего? Да, уходи по наследству. И уходи, вернее, тужурку такую, как это, ну, жилетка типа. Одевают жилеточку, не которая для... Да, я поняла, что... И музыку даже вырубили. Хотя была музыка, кстати, по 12-го она еще играла. Не про Конституцию у нас, да, не про что вообще. То есть как будто и не было, да, я думаю, что они гнева народа боятся. Что если мы про нее сегодня вспомним, я считаю, что надо чтить свою историю. А? Чтобы не было, чтить свою историю. А мы разрушаем все, что можно. Еще пока не вообще надавать ему, да, за то, что он ходит там среди народа, и народ злит. Фургал, держись, скорее к нам вернись. Покажи, да? Как будто рискован. Фургалу свободу, он нужен народу. Спасибо. А, как со здоровьем у Сергея Ивановича? Я волнуюсь. Члены ОНК сказали, удовлетворительное здоровье у Сергея Ивановича, но я еще раз повторюсь, уже скоро вернется Антон Фургал, и мы обязательно с ним встретимся, поговорим и зададим все вопросы, которые вы задаете нам. Свободу! 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 Держат не только портреты Сергея Ивановича, но Конституцию тоже держат в руках, показывают ее сотрудникам полиции. Бабулечка ходит, гоняет сотрудников полиции.
пошел вон! Дегтярев, 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 пошел вон! Да, кстати, вот Сергей пишет на Руснюсе, выздоровела наконец-то Теплякова Александра, сегодня она в строю. Сергей Евгеньевна лежит в больнице с детишками. А парень сейчас кричал полиции позор. Сотрудник полиции подошел с камеры и снимает его лицо. Не понравилось сотруднику полиции то, что кричит парень. Район далекий. Да? Из Якутии. Вы из Якутии? Приехали поддержать или? Спасибо вам. Гости вышли поддержать. А вы давно здесь? А в Якутии много кто знает про Хабаровск и то, что происходит в Хабаровске, да? Смотрят, поддерживают. Вот, Людмила приехала из Якутии, вышла сегодня в поддержку хабаровчан, говорит, что в Якутии поддерживают, смотрят, спасибо. В случае невыполнения вы будете привлечены к административной ответственности по статье 20.2 Кодекса административных правонарушений. Будьте осторожны. Женщина вот стоит сзади, она приехала. Вот говорит, что много кто поддерживает нас. Мне не надо это. У нас тоже там. Да? Я вот вчера только прилетела, ну и захотела, давно хотела вот сюда вот, приехать, поддержать. Прилетели из Якутии, да? Да, из города Якутска, вот, поддержать вас, хабаровчан, за вашу вот такую смелость, стойкость. Над вашей Сардоной там тоже тучи сгущаются, да? Тоже сгущаются, мы держим все на пульсе, как бы не дадим ее в обиду, потому что это выбор народа. Так же, как и Бугал? Да. Поэтому люди просят, очень руки просят журналистов, спасибо за поддержку. 150-й день. Да. Пошел шестой месяц. Я просто вот не могла, чтобы не прийти, вам в глаза посмотреть, сказать вам, что молодцы. Спасибо вам. Все-таки это уже все надоело. И вам спасибо. Стойкости вам. Добро пожаловать. Я выступаю к нашим правителям. Они грабят и распродают нашу страну. А те, кто тормозят этот процесс, они забирают. Держат заперти с риском для их здоровья и жизни. А мы пришли требовать, сегодня день Конституции, мы пришли требовать соблюдения наших законов. 49-я статья. Не виновен, пока вина не доказана. Почему невиновных людей держат уже полгода заперти? 123-я статья. Разбирательство дел во всех судах открытое. Мы требуем честного открытого суда. Но требуем соблюдения закона у нас в нашей стране противозаконно. Экстремизм. Так, вот у нас женщина высказывается. Высказалась, спасибо. Мы побежим догонять людей. Люди пошли в шествие, несмотря что большинство здесь пожилых пенсионеров, но люди идут.
попробуем догнать начало, чтобы посмотреть, сколько народу сейчас на площади. Но вот тут поразбивали снег, идти, если честно, невозможно. Красноярск с вами, Хабаровск. Держитесь, не болейте. Очень много сотрудников полиции, если честно. Скользко идти невозможно, прошу прощения сейчас. Просто идти невозможно, один гололед. Смотрим, сколько народу. Граждане, выходить, находиться и двигаться по проезжей части пешеходам запрещено. Ваше шествие не санкционировано. За это предусмотрена административная ответственность. Требую покинуть проезжую часть и перейти на тротуар. Граждане, выходить, находиться и двигаться по проезжей части пешеходам запрещено. Ваше шествие не санкционировано. Так, ну вот большинство людей идут по проезжей, пошлите догонять, по проезжей части, а остальные вместе с сотрудниками полиции идут по тротуару. Сотрудники полиции на мосту стоят, под мостом и везде с камерами сегодня. Вон там стоит Санточка, не нарушает. Два эшника. Крестик, аккуратнее, торопись, медленно. Очень много людей идут по той стороне тротуара. Там и полиция, и люди, и все до кучи ешники. Сергей отвечает на вопрос, а что можно гражданам? Можно платить налоги, не имея права голоса и снова. И слова. Это я читаю так уже. Так, здесь идти, конечно, невозможно. Пойду по тротуару, чтобы вам было больше видно людей и картинку.
ребята, уважуха, молодцы, находка, пишет нам Людмила Мовчан. Автоколония, респект и уважение. Покажу, сколько сзади идут эшников, сотрудников полиции, очень много. Привет, как здоровье? Как ты? Здравствуйте. Меньше нас. Сегодня как батальон бабушек. Одни бабушки идут. Ну не сломать, равно идут. Это последний купленный Госдеп. Так, Анна Карповна с флагом, с фотографией Сергея Ивановича поддерживает хабаровчан. Хабаровчане поддерживают, говорят спасибо Анне Карповне. Мария Карташова пишет спасибо всем стойким хабаровчанам, которые продолжают выходить. Вот сзади сейчас идут только сотрудники полиции, их очень много. Респект Анне Карповне, пишет Людмила. Ну, не только Анне Карповне, сейчас мы дойдем до Ниловны нашей тоже, которая 155 дней стоит на перекрестке в поддержку Сергея Ивановича и людей. Все партизаны были. А? Все партизаны вошли, говорят. Ага. Вообще... Почему? Я потому что половина по идут вот по тротуару, разбежались. Да зачем от них бегать? Там не меньше, вон посмотрите, вот они стоят на той стороне. Люди и сотрудники полиции все вместе. Так, мы тут чуть-чуть в пробку встали, красный свет. Надо полицаям выписать штраф за участие в шествии. Да, уже, кстати, много за это говорили, что сотрудники полиции также идут в шествии, идут на красный свет, нарушая. На что они отвечают, что они на задание, им можно. Так, тут что-то висит, нет, тут висит. Санта прыгает. Кому тепло и хорошо, так это только у нас в Санте. Шуба у нее теплая. Да, я дома делаю. Я дома, так как никто не слышит. Я вижу плакат, сейчас пойду опять натянули плакат. Каждый мусор дождется. Скоро время придет, за все ответит, за все ответить придется, когда Володя умрет. Вот такой плакат. Каждый мусор дождется, скоро время придет, за все ответить придется, когда Володя умрет. Так, ну у нас люди снова ушли, пойдем снова их догонять. Так,
собаки. За несоблюдение социальной дистанции, вот мы им тоже на площади в будний день я говорила, сотрудники полиции сказали, что они, что им можно, они на задании. У Саши замерз телефон, уже предупреждение пишет на экране. Ну, сегодня на улице действительно очень холодно, прям очень. Телефоны не справляются. Так, снова придется догонять. Бежим. Фанта бежит вперед всех. Догнали. Так, грузовик не хочет пропускать людей. Едет. Дяденька, видать, торопится. Фургал, держись, скорее верните нам фургала. Вот написано на небольшом плакате у женщины. Саш, у тебя что, проблемы с телефоном? Да, замерз, но сейчас нормально. Но у меня тоже сегодня уже замерзал, выключался. Да, он прям, ну, благодаря вам за 3 дня, нас видит весь мир. Вы такие молодцы, стойкие. Спасибо вам. Спасибо, что нас поддерживаете. Да, конечно, обязательно. Вы хоть читаете комментарии? Конечно, читаем. Потому что я иногда там пишу что-нибудь, что мне надо. И никто мне не пишет в ответ ничего. Я даже телефон оставляю. Читаем, конечно, комментарии, всегда озвучиваем, стараемся на все комментарии ответить. Искала ангела целый месяц, хотела ему помочь. Ангел? Да я его видела недавно, 2 дня назад. Угу. Он еле ходит, бедный. Его прямо это... Сильно они его избили. Сильно, да? Сильно избили. Он сейчас не восстановлен еще, не восстановлен. Ему еще 2 месяца надо лечиться. Нет, вот спрашивают про Ростислава. Ростислав, скорее всего, сейчас находится на суде, потому что сегодня у 3 участников протеста проходят суды. У девушек, которые были задержаны вчера. Людмила Мовчан, всем журналистам спасибо за вашу работу. Здоровья и удачи. Берегите себя, находка. Спасибо, Людмила. Леди Вик, ты ж моя хорошая, как же никто не ответил-то?
может быть, она писала на Русньюз, там действительно большое количество комментариев, и девчонки не успевают просто все зачитывать. Практически подходим к Комсомольской площади. Идем по улице Муравьева-Амурского. СМИ. А еще каждому журналисту теплая одежда и по термосу горячего чая, пишет Сергей. Да, вот сейчас бы горячий чай, конечно, не помешал бы. Стоят в Хабаровске уже. Не только на площади Ленина. Ольга Андреева подключилась к нам. Здравствуйте. Александр Ермошкин. Здравствуйте. Пишет нам привет из Калифорнии. Я вам хочу показать красивую фотографию. Сейчас покажу. Тело сфабриковано. Ой, сейчас. Девушка. Во. Тело сфабриковано. Тело сфабриковано. Сергей Иванович, но солнце отсвечивает, плохо видно. А с другой стороны можно? Там вот фотография очень красивая. Смотрите, какой красивый. Держись, уважаемый Сергей Иванович, тепло наших сердец с вами. Спасибо. Банда Путина в сосы! Посмотрите, сколько народу идет по тротуару. Посмотрите, большое, правда, количество людей идут по тротуару. Банду Путина так, леди Вик пишет. Да, Кристина. Кристинка, у тебя в чате хорошо со всеми и с тобой пообщаться успеваю. Ой. Очень прям большое количество людей идет по тротуару. Но несмотря на то, что люди идут по тротуару, их все равно задерживают. Объясняя тем, что они находились на площади Ленина, когда там проходил несанкционированный митинг. Поэтому от того, что люди сейчас идут по тротуару, а до этого они были на площади, все равно их могут задержать, к сожалению. Это вот как у нас был пример с батюшкой. Он у нас всегда ходил по тротуару, но его все равно задержали, сказали, что несмотря на то, что он не шел в шествии по дороге, он был на площади. И значит, он участник. И пугало, поддержи! Выходи! И пугало, поддержи! Мы подошли к Комсомольской площади. Сейчас будем переходить на улицу Тургенева. И пугало, поддержи! Тут самый лучший чат, лучший канал и самый лучший журналист. Компании прекрасных людей, подписчиков. Спасибо, Сергей.
Там ДПС требует покинуть проезжую часть, но люди идут. Ваше шествие не санкционировано. Идем к Комсомольской площади. Ой, Комсомольской, господи, площади славы. Прошли Комсомольскую площадь. Самая тяжелая улица для шествия Тургенева. Ургал наш выбор! 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 Покажу вам, сколько сейчас здесь народу. И в очках там вообще, я тебе говорю, такой космонавт. Как одеваем, начинает глаза закатывать сразу. Ой, что-то у меня начинает виснуть эфир. Картинка зависает. Потому что мне неудобно, неудобно пристегнуто есть. Лежите на диване, хотите быть рабами. 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 Лежите на диване. Лежите на диване! Лежите на диване! Хотите быть рабами? Лежите на диване! Фургал! 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 Фургал!
идем подниматься в гору. Путина в отставку! 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 Банду Путина под суд! 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 Путина под суд! Банду Путина под суд! Мы здесь, мы! Мы здесь власть! 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 Подожди, а где?
партнершу работал. Белорусов всего 4 человека из Хабаровчан поддерживает. Это вы сейчас про лозунг, наверное, имели в виду. Уважаемые подписчики, мы поднимаемся сейчас в гору. Это действительно очень тяжело идти. Сейчас в шествии большинство идут бабушек, которым не то что кричать, им просто тяжело подняться сюда. Беларусь хабаровчане поддерживают. Перешли на улицу Ленина, направляемся к площади Ленина. Борис тут мне подрезал меня, чуть не упала. Извини, давай. Вот, ну. Так, что там? Если на штраф. Ей уже выписали штраф. Нет, я говорю, если на штраф мы не видели. Да нет, это не оплата. Придет вечером, мы запишем номер карты людей. Да нет, за деньги нет. Там просто, получается, ее и штраф ей выписали, и тут же задержали и на 5 минут. Обидно город Серега.
ждет их. Он ждет их. Обогнать всех, если получится. Я мы Сергей Фургал! Я мы Сергей Фургал! Я мы Сергей Фургал! Путина в лицо кого? Путина в лицо кого? Путина в лицо кого? Количество людей идет по тротуару и по по тротуару и по проезжей части. Вот, если честно, даже не знаю, кого снимать. Анекдот. И полиция, и мы. Они с нами, молодцы. Такое же шествие. Я у девчонок спрашиваю, девчонки, еще, говорю, трудовая повинность. Или как? Они такие, раз, и я говорю, может быть, у вас там фонд какой-то есть сбора помощи. Мы бы вот, кто плохо одет, бы, походу, ну, выуживали, одевали бы все вместе. Ну правда, в общем строю. Это вот как этот синдром, да, вот, террористов, когда они долго-долго вместе были и так свыклись друг с другом, что потом друг без друга никуда. Помните, где-то норвежский или какой-то был? Надо посмотреть просто. Вот они, да, они срослись все единой семьей. А вот ИЭшники, полиция, все в куче. Я так думаю, что это курсанты, и у них определенно считается как дежурство. Ты должен ходить. И независимо от того, ну, да. Или нет. Так, мы встали, я так поняла, на красный, да? Мы тут чуть-чуть в пробочку встали. А как? Все
сюда нету, да, перехода? Только главное, там? Что когда им даже вопрос, они же некоторые даже глаза опускают. Пола... То есть им стоит бурно, есть, они, да. Они не смотрят на тебя в нагло, они говорят, да, это мой принцип. Они точно так же где-то зажаты, и я понимаю этих людей, которые опускают глаза. Так, ребят, прошу прощения, у нас тут мы отстали от колонны, нам придется идти вот так обходить. Потому что там сразу нельзя пройти напрямую. Сейчас побегу догонять людей. Не, я не полицию преследую. Я просто пока разговаривала с женщиной. Люди ушли вперед, а мы встали на перекрестке. Нельзя было вон по той улице сразу перейти дорогу, поэтому пришлось вокруг ходить. Но нам же много лет спрашивали, что не просто, нельзя, ай-яй-яй. Ну, люди не сильно далеко ушли, поэтому я сейчас их догоню. Я вижу Сергей Иванович Фургал. Сбор подписей поручительской поддержки у Сергея Ивановича Фургала продлен. Ленина 38, ребят, кто еще не успел подписать, можете подписать на Ленина 38. У нас на каждом теперь столбе расклеивают. Вот нельзя отставать, потом приходится догонять. Пишут, что полиция и журналисты участвуют в несанкционированном митинге. Митингах. Почему журналисты участвуют? Мы просто освещаем все, что происходит на данный момент в Хабаровске. Я не выкрикиваю никакие лозунги, не несу плакаты. Почему преследуются только журналисты? Или вы имеете в виду, что почему полицию не наказывает полиция? Так, основная часть людей идут дальше. Группа людей стоят. Потому что полиция отвечает, что... Да, вот Марина Варнавская, полиция отвечает то, что они на задание, а мы, журналисты, якобы участвуем в митинге.
И даже когда тогда сотрудники полиции, 6 человек, переходили на красный свет сигнала светофора, они сказали, что они на задании, поэтому им разрешено нарушать правила дорожного движения. Вы на работе так, как и они. Ну вот, не знаю, почему такое беззаконие. У нас также есть редакционное задание. Такое же, в принципе, как и у них. Но сотрудникам полиции можно все, а нам, журналистам, нет. Так, ну догнали мы всех. Ой, скользко. Так что вам будет. С какой лучшей стороны телефон взять, чтобы вам было видно. Да, вот все верно, Леди Вик. У них журналисты все на Первом канале, остальные блогеры. Угала, подержи! Хабаровск, выходи! Угала, подержи! Хабаровск, выходи! Угала, подержи! Хабаровск, выходи! Угала, подержи! Хабаровск, выходи! Угала, подержи! Пусть как хотят, нас называют сотрудники полиции. Главное, что мы показываем правду, в отличие от федеральных каналов. И даже готовы нести наказание за это, несмотря на аресты журналистов. Журналисты все равно выходят, чтобы показать правду. Я мы Сергей Фургал.
Путина на Нарву! 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 Все люди догоняют, где-то задержались на красном сигнале светофора. Здравствуйте, Иви, дорогие хабаровчане, вам наша поддержка, сил вам и мужества. Ваш пример для всей России показывает истинный характер народа. Спасибо. Так. Я телевизор не смотрю, противно смотреть и слушать, пишет Людмила Мовчан. Я тоже телевизор не смотрю, наверное, лет 10, потому что по телевизору у меня всегда идут мультики. Спасибо, Сергей. Не можем пройти. Вот еще у нас фотография Сергея Ивановича, сбор подписей и поручительство в поддержку Сергея Ивановича продлен. Адрес Ленина, 38. О, смотрите. Стоит плакат, да пребудет с нами сила, на нем, на плакате Сергей Иванович Фургал, плакат держит Валентин. Сейчас я вам, смотрите, покажу. Ленина 38, это вот это здание. Здесь проходит сбор подписей, там находится каждый день Ростислав и Валентин. Именно они собирают подписи для Сергея Ивановича Фургала. Вход со двора. Вот такой вот красивый Сергей Иванович Фургал и Фургаломобиль. Так. Здрасте, здрасте. Вот именно в этом здании проходит сбор подписей. Еще раз повторю, Ленина 38, вход со двора. Кто хочет поддержать Сергея Ивановича, может прийти каждый день с 10 до 8 часов вечера. Там находится Валентин и Ростислав. Ну, либо кто хочет просто лично пообщаться, тоже можно прийти.
Ага. Да? Ну вот мы будем переходить сейчас на улицу Пушкина и подниматься к площади Ленина. Да вы все уже берут уже все. А с перекрестка мужчина стоит, поддерживает людей с внуками. Шествие он пройти не может, но поддержать с перекрестка может. Сами довозили своих родственников, больных, да ну, то есть вообще. Это наш край! И довозили больных. Так, близко к Ниловне не подхожу, но покажу вам, потому что я простывшая. А она всегда нас любит целовать. Людей, здравствуйте! Продолжает сюда выходить. Так. Ниловна любит всех обнимать, целовать, поэтому стоят. Граждане, выходить, находиться и двигаться по проезжей части пешеходам запрещено. Ваше шествие не санкционировано. Сергей Иванович прям в эволюционной позе на плакате. Этот плакат находится, он всегда стоит в офисе на Ленина 38, там, где проходит сбор подписей. Можно просто даже прийти, подписать, сделать фотографию с Сергеем Ивановичем. Сергей пишет, Red Bull окрыляет, а Фургал объединяет. Фургал разбудил всю страну. К сожалению, помните, в ту субботу были красивые граффити, портреты Сергея Ивановича Фургала, но буквально через час их уже закрасили. Люди старались, но их закрасили. Так, я вижу, кто-то собрался запускать салют. Но мы не можем остановиться. Что-то у людей пошло не так. Валентин огромный молодец, что вышел с Сергеем Ивановичем к колонне. Еще один канал «Лудилка», «Болталка», как хотите называйте. Вот, в него можно попасть на шаг, наш канал, да, «Шерсона». На него слушали, кстати, не знаю. Не слышите, аресты, участников протеста! Прекратите аресты участников протеста! Прекратите аресты участников протеста! Прекратите аресты участников протеста! Прекратите аресты участников протеста! Они
здесь. Москва. Наталья, Наталья. Кристина, доброе утро. Москва не спит, пишет. Автомобилист возмущается, что ему мешают проехать. Всем здравствуйте, кто только присоединяется, просыпается. 155-й день протеста. Хабаровский пошел в шестой месяц. Как задержали и как люди выходят в поддержку Сергея Ивановича Курганова. Ай, власть, да ты у нас сильна. Что-то там такое написано, я не могу все прочитать, потому что женщина быстро переворачивает. Что-то там пересажаешь. Пересажаешь всех и вновь укреплена. Во, дочитала плакат. Практически уже все люди перешли на тротуар. Прям по дороге сейчас идут очень мало народу. Все переходят на тротуар. Все перешли на тротуар с дороги. Ребят, все ушли. Татьяна Красильникова, добрый день. Кристина, добрый день. Хабаров, здравствуйте все. Здравствуйте и вам, Татьяна Красильникова. Всем доброе утро, кто только просыпается. Мы уже прошли шествие. Ну, практически прошли уже. Так, что-то люди встали. Люди встали. Непонятно, что происходит. Люди не хотят идти на площадь, да, потому что там начнутся задержания. Стоят, да? Да нет, кто он такое сказал? Каждый раз говорят. Ага. Люди просто не хотят идти на площадь, потому что думают, что их на площади начнут снова хватать. Люди стоят, выкрикивают лозунги сейчас здесь. Не доходя до площади буквально 500 метров, сотрудники полиции тоже здесь стоят. Люди хотят, не доходя площади, разойтись. Интересно, Путин 17-го будет отвечать на якобы вопросы, хоть слово скажет о Хабаровске и о Фургале. Наталья, ну, я думаю, вот мое личное мнение, что нет. Ему даже эти вопросы и не дадут. Я так понимаю, люди разойдутся именно с этого места. Люди потихоньку уходят. Сотрудники полиции стоят наготове. У них-то задача отлавливать людей. А тут что-то пошло не так.
не ходи одна на площадь, пишет Сергей. Да мне-то что? Если туда люди не пойдут, мне-то что там идти туда? Эти все отдать не могу. Вожу каждый день. Домой забираю, чтобы не бежать. Она в больнице. Перезвоните, пожалуйста. Там очень много полиции. Очень много. На площади? О, нет, на подъеме. А, на подъеме? Да. Надо, чтобы они разошлись. Кристиночка, привет. Что с Николаем с палочкой? Давно не видно. Ну вот, да, неделю уже он не приходил. Ну вот видите, да, как быстро разошлись люди, кто куда, люди пошли гулять, кто-то домой. На площадь никто не вернулся. Ага, давай. Хабаровчане, вы молодцы, пишет нам Людмила. Шествие супер, удачи и спокойной субботы вам. Находка. Пока просто люди стоят, общаются. Я пойду, конечно, в сторону площади. Сказали, что там очень много сотрудников полиции стоят на подъеме. И поэтому люди не стали туда подниматься. Мы все-таки поднимемся до площади. Я посмотрю, что там нет народу. И поеду домой. Надеюсь, что люди сегодня успеют дойти до дома без задержаний. Хотелось, конечно, бы на это надеяться, но... Спасибо за репортаж, Кристина и Борис. Пишет нам Людмила. Да, действительно, очень много сотрудников полиции стоят наверху. Но это также было, в принципе, в предыдущую субботу.
людей, но люди не дошли. Люди решили расстаться до площади Ленина. Одна иду неприметная с камерой. У нас снег только на площади есть. Сзади меня женщина, ее тоже обсмотрели, вдруг она участвовала. Я дошла до площади Ленина. Люди не вернулись, а на площади никого нету, кроме сотрудников полиции и тех людей, которые сейчас выпиливают ледяные фигуры. Вот. Уважаемые подписчики, я буду тогда завершать эфир. Люди разошлись. Спасибо, что были с нами. Нет, я не лезу. Почему? Мне же надо было убедиться, что людей на площади действительно нет. Я завершаю эфир. Спасибо, что были с нами. Всем до завтра. Если будут какие-то новости, они обязательно будут на телеграм-канале Активатика и также здесь на Фейсбуке. Всем до завтра!